Сказать о том, что нас били, это ничего не сказать. Нас убивали, нас расстреливали, нам ломали кости. Нас били не только руками и ногами, но и прикладами и подручными средствами. Особенно проявила себя хорошо Надежда Савченко, которая сейчас находится в Воронеже, арестованная. Лично она предлагала всю нашу группу сдать на органы, чтобы заработать денег. Лично она предлагала расстрелять нас, когда они не согласились сдавать нас на органы, чтобы не тратиться на нашу доставку в СБУ. Лично она всячески пыталась нас уничтожить и лично принимала участие в садистских выходках и избивала нас, била с разными присказками и приговорами.